Всегда интересно было, что это у самолета впереди за два усика висит. А я не смотрел. Не знаю. Там тупо два усика вниз, еще и закрученные, блядь. Бля, а как мы будем играть без Роуз, пиздец? Ебать, дергает. Ага. Да, надо садиться аккуратно. Вот, ты можешь повернуть, повернуть и увидеть спереди два усика. А, да. Не знаю. Это как у знаешь, у барабулек. Сейчас, подожди, я услышал как, но не услышал у кого. О, золотой бля, ящик. Хотят, возможно, со мной. Да, со мной летят. Я готов выбивать, у меня все есть. Так, я его испугал. Он зашел в дом все равно. В какой? В твой, не, или нет? Да, вниз, вниз двойка упала. А. Я понял. Тогда готов все убивать, у меня пушек нет. Они зашли, зашли в твой дом. Большой. Большой, ты имеешь, да, 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 да. А. Не, большой верю, да. Я его пострелял, он туда летел. Я завис. У меня зависло все. Да, я тоже я завис. Тоже. О, я вставил плитку, вроде. О. А, он open переходит, вон он. Все, разлагало. Ой, я его хрякнул? Не, не разлагало. Разлагало. Ебать, я его хрякнул, прикинь. Один. Потерь 10%. Я не знаю, бля, ты сам. Он ливнул. А, не, в доме, он в доме, в доме. Бля, мне тут где-то на горе еще снайпера какие-то стреляют. Лечу на тебя, на крышу. На крышу. Слышу, бегает где-то, не могу понять. Подо мной. Так их двое ж. А, их двое? Ты же сам говорил, что двойка упала. А... Ну... Так, не слейся там. На втором не вижу пока. Сишку кинул, аккуратно. В туалете, наверное, сидят. Откуда? В туалете сидят, наверное. Сейчас попробую продымажить сквозь этот. Не, не попал. Да, Сишка тут. Значит, надо с той стороны зайти. Блять. Еще сзади. Бля. Все. Вот это они, блять, это тактикульные. Блять, а что это у меня в руках за пушка, блять? А, это Вольфшенгевер. В холодильнике сидит. А, я думал, я же сюда заглядывал с этого ракурса, вот отсюда. Я думал, тут цветок, блять. Блять, блять, сука, на холодильник сел, уёбок. СФБ, это Россия, ебаная. Нормально. Нехуй, ибо нехуй. Подожди, надо быстрее взять пушки, потому что они с ГУЛАГа сейчас прилетят и дадут нам у пизды, блять. Вот эти пацаны, ты уверен, блядь? Не, всякое может быть, но, блять. О, тут этот еще красная хуйня. Далеко она. Блять, я очканул. Я не знаю, что делать, блядь, хоть брать этот темпорт. Короче, беру темпорт. Я беру этот, пойду куплю эти броню. Магазин здесь. Ой, блядь, что ж не сказал, что тут магазин. Бля, лагает чаще просто. А, у меня росток, нихуя себе, где я его взял? Где?
Ебать, я бегу к этому сундуку. Потом ты будешь говорить, что... Бери, ты... Ты не флоу. Я снайпу не взял, просто понимаешь? Кинь деньги, я саморез возьму. Давай с квадрата уебывать. Давай, давай, давай. Я не спорю. Только куда, есть подожди. Ракеты? Нихуя себе запрос. Да, пошли на дома, пошли на дома. Да, пошли одна, на... одна пошли есть, забери. Дропнул. Давай. У меня прям пролетает. Стрела. А я щит себе сделал, причем на первый слот. Так он это, занимается с пушкой. Ну да, этот... А, не, подожди, я... Не темпорат у меня какой-то синий нужный, или желтый нужный. Но при этом у меня щит. Или хуй его, блядь, я уже и не помню. А, или я отказался наоборот. А, кстати, выжимают этих пидоров. Смотреть надо. Так я говорю, рядом, да. Ёб твою мать, лагает. Да нет никого в них. Че, ебать. На горе, наверное, блядь. Я, кстати, один раз это, его юзнул, эту хуйню. Оно типа дымажит всех газом, и потом тебе пишут убийство. А, понял. Ничего себе. Я просто охуел в один момент, оно тикало, 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 я не мог понять, что за урон, блядь, кому я его наношу. А-а-а. А потом хуяк и это, смерть. А-а-а. Нету никого? Я не вижу. Ты ебать. Мы еще и на границе зоны. Не, ну подожди. Те, кто юзнули, они ж выжили, блядь. Где они, блядь? Ну, они в другую сторону могли пойти. Хотя, не, подожди, они могли юзнуть и сдохнуть. Ну, кто-то ж должен был выиграть из этой всей баталии. Да, бля, ну они могли в любую сторону пойти. Мы ж только один, одну четверть смотрим, по сути. Ну и, в принципе, могли на балун сесть. Угу. И на это и уехать. Да все что угодно могли сделать. Ой, сори. Это было, наверное, громко. Не, вообще нет. Хм. Я бы не сказал даже громче, чем мы просто с тобой общаемся, как я тебя слышу. Слышишь, а смотрел этот, я видос скидывал на ютубе, один в один, типа? Не-не-не, не заглядывал, я был у мамки. Или это вечером было, вечером я уже тоже, по-моему, не заглядывал, телефон на зарядку ставил. Вечером, блядь. Мы, кстати, здесь как-то с тобой летели, блядь, и врезались друг в друга. Это пиздец. И меня еще толкнуло, блядь, в другую сторону. Думаю, ну, блядь, охуеть. Это сегодня или вчера было, недавно? Было что-то такое, да. Но я не заметил, кстати, мне ничего такого не показало. Ты ебать, где все? Суки. Ну вот здесь люди есть, там где поставили эту. Охуенно. Мутилку вот. Я сейчас отсюда прям долечу. Ну нам тоже туда идти. У меня аэрка, как бы. Могу ракетой туда стрельнуть. Кстати, может попробуем на балуне и к ним туда прилетим? Не, зачем? Они там дерутся. Блять, мы стесняемся. Вон там летит чувак где-то в ту сторону как раз. Не, в том смысле, что там точно есть люди. И они точно увидят нас. Я попал. А мы не будем знать, где они. В этом, бля, большой минус. А они могут там сидеть за разными камнями, потому что файтились там и прятались, понял, друг от друга. А мы туда приезжаем и становимся в бутерброд. Вон, чувак. О, да нет. А куда он исчез? Может, дырку спрыгнуть.
А, я попал. Он побежал ниже. Да похуй. Так, сзади никого не вижу. Да я понял. Напоминаю тебе. Он в нас стреляет, нихуя. Чтобы... Да не, он может не в нас, и возможно это и не он вовсе, а снизу стреляют откуда-то, куда-то. Пошли, может, подборкой туда куда-нибудь. Угу. Прикольно бы найти наши пушки, чтобы я взял снайпу, блядь. Да. Вместо купера, блин. А, кто-то стреляет. Но вроде не в меня. Ёбаный насос, как всё забыть. Но как-то иногда так легко залажу. О, вот здесь. По сути, можно на ту сторону уже как-то идти. Бля, я думал, завис. Я завис. Да. Вот, вис. Нет, не завис. Просто нет, вис. Бать, конечно, сервачок попался. 20 команд, всего 33 человека. Люди просто повыходили к хуям. Справа на балуне полетели. Бля, у меня тут наушники садятся. Тю. Нашел время. Угу. Бля, он нахуй! Там летят! Он разбился. Убил? Да. Еще он на мне! А где? За домиком. В домике. Чьё дом, не попадай никого. Я попал. Он не один, значит где-то еще есть. Сэтчел у него есть. А, у меня есть уже. Только что. Он летел отсюда, значит где-то кентик, блядь, стреляет. Да, стреляет, вот отсюда, ли? Отсюда в это направление. С палаток, да, вижу его. Бля, мне я его не вижу что-то. Вот тут. Могу бы я подать? Да не надо, не надо. Он тут был. Побежал дальше. Убил. Хорош. Ой, я не глянул на первом пушке, блин. Он голый, у этого пушки были. Там еще есть, вон, на магазине. Да, да, да. Тот был не голый. А, это тот... я бэпку взял, как бы. Этот голый. А, жаль. Так, ну тут, конечно, небезопасно, вот тут еще более-менее не, можно... Не, надо уходить куда-то. Так, слышишь? Нет, они сейчас полетят, надо их принимать. Ну, бля, я не приму. Так, на контракте воюют. Они, кстати, взяли контракт на нас. Эти сейчас просто могут на балуне перелетать весь этот опен. Чтобы не бежать вниз. Да, балун, блядь, поставили. Прикинь. В смысле, это он был? Нет, поставили. Да, вот он, вот они полетели. Давай, 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 зажимай. Нет. Я не вижу его. Блядь, куда я же? Он спрятался. Тут кто-то приземлился вроде к нам, нет? Я не слышу.
Но может... мне ничего не сказал. Это, наверное. Ой, еще сверху что-то взорвалось только что. И туда вправо кто-то полетел. Вон, там где самолет отметил. Там вот за ним все. На крыше этого домика, там где самолет. Не вижу я там никого. Я продолжаю вверх смотреть. Ну там чувак только что был, я видел его. Возможно, он убил кого-то сверху. Та зона там. Да, да, уже зона. Ну, я так и думал, что надо на ту сторону пиздовать, блядь. Ну, полетели отсюда, прямо вперед. Вон впереди прыгает, хуй, на ноге бежит. Ну... Бля, не лети прям на него. Так я не на него, я рядом. Двоих накоцал. Да, мне теперь подниматься там, где ты их накоцал, блин. Кто-то садится. Давай бэпку, давай бэпку. Даю. Упори у нас. Угу. Он летит. Да, вон. Ну, на нашем уровне был только что. Давай быстрее поднимаемся. Слева вон еще, блядь, отметились. Двойка. Вы, блядь, в упоре! Нихуя себе, блядь. Я аж охуел. Я начал в тебя стрелять, я не понял дело. О, с РПГ! А я его с этого. Со стрелы. А, со стрелы, блядь. Моих обидчиков убили. Вот бегает. Я далеко. Поднимаюсь тут. Нам надо смотреть этот, как он называется, блядь? Сторож. Смотри, сторож, потому что здесь эти бегут, сейчас я буду их отстреливать. Ой, вот еще хуй бежит, блядь. Две пульки, два трупа. Вот еще двойка. Да хорош, просто парень. Ебать, фит! Ага. Патроны кончились. Ты на снайпу? Да. Я дам. Еще один. Возьми. Так, надо посмотреть, может здесь сверху люди у нас, блядь. То мы так бегаем. Тут, кстати, трупы лежат. Снайперка, кстати, лежит. Не хочу, Айкс. Да, есть! Батя ударит. Еще, блядь! Ног. Мне мало кто-то старается, дайте мне вернуться. Мне надо резать. Ты лег, блядь. Так я лежу. Не, стоишь. Лежал. Не было анимации, как ты ложишься. Я завис. Я, да, я завис тоже. Тут есть, кстати... Ага, тут твой кент, которого мы убивали уже. Ты с РПГ, которого убил. Блять, РПГ. Так, у тебя деньги есть на саморез, купи, а я буду пробегать и куплю бэпку. Ой-ой. Я чуть свою фаерку не проебал. 10 человек. Тачка. Блять, интересно, сколько у меня вот наушники проживут. Ой, близко. Угу. А, они тут... полетели. Разве? Они полетели. Да нет, бегут. Да? Вот. Да, вон, вон,
Он меня уже смотрит. Я левого подстрелял, трекнул. Нок. Они за зоной. Возьми-ка комплект свой. Да я как бы перейти должен еще. Да переходи. Да не факт, что получится, они мне словят. Нок. Крекнул. Нок. Ага. Переходи, переходи. Да-да. Бля, тебе. Аккуратно, он мониторит. Тут еще есть, тут дырочка. Нокнул. Которого? Левого. Ага, он поднимает его. Да пошли, пушкалы. А твоя тренога? Не. Я пришел, она здесь уже была. Пошли левее вроде. Блять, пидорас. Да иди нахер. Где они? Там же. Есть тишка, могу подойти туда. Давай, давай. Не, не надо, не надо. Ой, он наверху аж. Да, да, да. Блять. Крэк. Я нокнулся. Селф есть. Вставай, вставай, я прикрыл. Он убегает. Убегает в зону. Он здесь. Надо мной же еще чувак. Да, он меня надамажил, пиздец. Нужна прикрытие. Одного. Ой, чё ж ты стрелял-то, бля. А, ведь он. Эй, сайт. Ты так лутался, я думал, ты двоих убил. Я тоже думал, что я двоих убил, честно. 14 килов. Давай, досмотрим. Да, да, да. Да, лагающий сервак, это пиздец, конечно. Да вон впереди щит, два и щит, и хуй. Ой, а ему плохо будет. У него нету оружия против щита. У него патронов мало, вот что хуёво. Так вот, тут труп может подобрать. Слева чувак же, блядь. Как это его еще тут не изнасиловали, блин, если честно. Сейчас термит получит какой-нибудь въебало, блядь. У чувака же оружие может быть, он же ну, не сможет. Ну да-да-да. Не попал, жалко. Мины, блядь. А ну, ты шо? Как у него, блядь, 14 килов? Сейчас еще станы полетят, он мины додумался. Ты нахуя тебе мины здесь? Они же, думаешь, тебе подниматься будут? Бодро. Сейчас добивание будет. Ну, ой, как глупо. Ебать. Ебать. Ну, обоссал, получается. Да. Прямо обоссал, обоссал. В стане, блядь, дотянул. Но мне кажется, этот джойстик, блядь, так станом ебануть.